Бизнесмены сегодня все чаще хотят вкладываться в строительную отрасль. Особенно это актуально в городах-курортах. Все хотят осваивать территории для строительства жилья. Естественно, что нам это... Настолько увлеклись жильем, почему я говорю, что мы опять когда говорим про жилье, про квадратные метры, даже не про жилье. Понятно, это все раздражает, потому что, во-первых, это жилье недоступно в целом жителям нашего края. Покупают в основном те, кому оно по карману со всей нашей стороны. И сочинцы в особом-то плюсе это не находятся, по большому счету. И место, которое может быть занято инфраструктурой, досуговой, развлекательной, курортной, в том числе санаторием или отелем, оно, к сожалению, занимается вот этими квадратными метрами. Это разовая прибыль, и больше этого случая ничего не имеет. Также во время обхода стенда Вениамин Кондратьев напомнил главам муниципалитетов, что работа по привлечению инвестиций должна вестись ежедневно, а не только во время форума.